Безусловно, мы довольны результатом, который здесь получили. То есть ехали мы за этой победой. Тяжеловато после перелета. То есть мы немножко схему такую применили, может быть, нестандартную. Прилетели именно сегодня, в день игры. Вот так. Но, тем не менее, в любом случае, скажем так, огромное спасибо девочкам за характер, за борьбу и за тот результат, который мы получили. Команде Сахалина также огромное спасибо за содержательную игру. Очень приятно было играть в таком шикарном зале, я считаю, да, и при поддержке болельщиков. А как состояние вот как раз-таки за счет того, что вы прилетели сегодня, оно лучше или хуже? Ну, в данном случае, скажем так, мы немножко чуть к этому готовились, то есть мы проводили утренние тренировки ориентировочно в то же время, как начало матча сегодняшнего, вот так вот. И по сути это дело, в принципе, мы прилетели сегодня по нашему времени в час, получается, легли в 2 часа и поднялись в 8 часов утра. Поэтому для нас это нормальная ситуация. То есть мы, в принципе, вышли как на утреннюю тренировку, я имею в виду, что более так адаптированные. Конечно, было бы, наверное, тяжелее, если бы мы прилетели заранее. И ломка, потому что мы уже на Сахалине я в первый раз, да, но вот в Хабаровске мы бывали, в Улан-Удэ, то есть там такие вещи происходят. Вы подтвердились ли сегодня ваши ожидания перед матчем с Сахалином? Как настроились на команду? Ну, нам прежде всего, конечно, нужно было собраться самим. Это безусловно, да. Мы команду знаем, мы играли предсезонные товарищеские матчи с этой командой. Достаточно плотненько 5 игр сыграли. Затем вот в Кубке участие этой команды было. То есть, в принципе, друг другу знакомы. Вот так вот. И опять же я вернусь. Значит, нам в большей степени нужно было контролировать именно свое собственное состояние. Сердце ёкнуло в третьей партии? Да, ёкать уже, наверное, давно перестало все, да, потому что, ну, нормальная ситуация, да, мы немножко чуть подсели как раз-таки, Сахалин сыграл несколько мячей очень так уверенно и хорошо, в принципе, так вот. Удалось переломить инициативу после выхода на подачу Котикова, я так понимаю? У нас эта замена, в принципе, планируемая. То есть, да, мы пытаемся это использовать в каждой своей игре, и возможность, если в каждой партии получается, то она выходит. Да, наверное, это. Но это не только в третьей партии. Если вы помните, она и во второй партии выходила, в принципе, также достаточно успешно справлялась со своей задачей. Вот так вот. Это, да, в третьей, ну, может, какую-то решающую роль сыграла.